Нацбанк сегодня объявил об интервенциях, которые провел для поддержания тенге. Чтобы улучшить самочувствие нацвалюты, регулятору пришлось продать более 60 миллионов долларов. И действительно, в последнее время наши деньги вели себя крайне нестабильно. Всего за неделю тенге потерял сразу 6 пунктов по отношению к доллару. На этот раз финансисты объяснили все угрозой нового штамма «Омикрон». Неизученный вариант ковида обрушил цены на нефть, а это повлекло повышение спроса на доллар. В итоге тенге отправился в пике. Подешевевшая нефть повлияла и на внутренний спрос. Казахстанцы меняли нацвалюту на американскую так спешно, что в ряде обменников зеленые деньги неожиданно закончились. Ссылается Нацбанк и на иностранные компании, которые в конце года конвертируют прибыль в доллары. По данным финансистов, на помощь тенге в последний раз финрегулятор приходил год назад. В этом же году это первое вмешательство для поддержания курса, утверждают в Нацбанке. Национальный банк 2 декабря провел интервенции в объеме 64,6 миллионов долларов США. Это позволило не допустить усиления спекулятивных настроений и дестабилизирующих скачков обменного курса. Дальнейшее развитие ситуации будет во многом определяться темпами распространения нового штамма коронавируса и его устойчивостью к вакцинам.